посетил городскую библиотеку. Больше туда не пойду. Недовольно бурчал в одном из своих фельетонов Максим Горький, в то время сотрудник «Самарской газеты». Когда я туда пришел, сторож недружелюбно посмотрел на меня. «Дорогой мой, куда мне повесить свое пальто?» – спросил я. «Вешалков нету», – ответил он. «А то вон, суньте в уголок». Я сунул пальто в уголок и вошел в библиотеку. С какой книги началась история самарских библиотек? Что делала в публичной библиотеке челюсть мамонта? Почему в гардеробной не нашлось вешалки для пальто «Буревестника революции»? Я Михаил Перепелкин. Чем книга чернее и лиственней, тем прелесть ее задушевней. В 1854 году отставной штабс-ротмистр Нефедьев пожертвовал городу около 200 томов различных сочинений. Между ними были и невесть как попавшие к нему книги известного поэта и общественного деятеля Ивана Дмитриева. Ввиду отсутствия в городе библиотеки, книги временно разместили во дворянском доме. Что произошло с ними после, неизвестно. Но именно этот дар заставил городское общество впервые задуматься о необходимости учреждения в Самаре публичной библиотеки. Такая библиотека была открыта 6 лет спустя, 1 января 1860 года. В год открытия в ней было всего около 1000 томов, и работала она не каждый день. Книгу можно было взять на дом. Для этого надо было заплатить залог ее стоимости и 15 копеек за право чтения. В 1880 году страна праздновала 25-летний юбилей царствования Александра II. Не хотели оставаться в стороне от этого знаменательного события и самарцы, которые выступили с инициативой открытия при библиотеке зала императора Александра II. Этот зал стал родоначальником музейного строительства в городе. Первый самарский музей размещался всего лишь в одной комнате. Вот она. Но его фонды уже тогда были весьма и весьма богатыми. Кроме многочисленных книг и брошюр об Александре II и его эпохе, здесь были собраны медали, золотые и серебряные монеты, была даже челюсть мамонта, найденная на территории Самарской губернии. Заведовал залом Александра II и публичным музеем Петр Алабин, которого сменил на этом посту поэт и нотариус Александр Смирнов. Если верить Максиму Горькому, наибольшим спросом у читателей пользовались книги и брошюры весьма сомнительного содержания. «Хороший тон», «Устав о предупреждении и пресечении преступлений». Но факты свидетельствуют о другом. Согласно отчетам публичной библиотеки, читатели чаще всего спрашивали книги Льва Толстого и Жюль Верна. Кстати, одним из обязательных условий для посетителей библиотеки была пристойная одежда. Интересно, не по этой ли причине скривился сторож, увидев в дверях босика Максима Горького в хламиде, заменявший ему пальто. Взвешивайте свои слова. С вами был Михаил Перепелкин.